Я рекомендую использовать пряжу Alize Baby Wool. Это 40% шерсти, 40 акрила и 20 бамбука. 50 граммах, 175 метров. И крючок номер 2. Будем вязать на возраст от 1 до 3 месяцев. Обхват головы 37-40 сантиметров. Сначала вяжем донышко. Для этого набираем 5 воздушных петель. И замыкаем в первую петлю соединительной петелькой. Делаем 3 петли на подъем и 15 столбиков с одним накидом. Вводим крючок в верхнюю петельку, вытягиваем нить и соединяем. Дальше в каждую петельку вяжем по 2 столбика с одним накидом. Делаем 3 петли и столбик с одним накидом туда же, откуда мы делали 3 петли. Дальше смотрим, вот на следующий столбик. У него делаем 2 столбика с одним накидом. И провязываем по 2 столбика с одним накидом в каждую петлю. Делаем соединительную петельку в самую верхнюю петлю. Дальше делаем 3 петли, они считаются за один столбик. И в следующую петлю делаем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 1 столбик. И в следующую петлю 2 столбика. Вот эти 2 столбика, когда мы их провязываем в одну петельку, называются прибавка. До конца ряда провязываем столбик с накидом и прибавка. Довязала ряд, теперь соединяем. Три петельки. И столбик с одним накидом в следующую петлю. И в следующую петлю прибавка, то есть 2 столбика с одним накидом. Дальше 2 столбика.
и прибавка. Два столбика и прибавка. Так вяжем до конца ряда. В этом ряду мы вязали прибавка и 2 столбика. В следующем вяжем прибавка и 3 столбика. 3 петли. И в следующие 2 петли по одному столбику с одним накидом. Дальше прибавка. Снова 3 столбика. И прибавка. В следующий ряд вяжем прибавкой и 4 столбика. 3 петли и 3 столбика с накидом. И прибавка. Четыре столбика и прибавка. Получилось донышко чепчика, примерно 9,5-10 сантиметров. Дальше обвязываем донышко арками, поочередно из 4 и 5 воздушных петель. Делаем одну петлю и столбик без накида туда же. 4 петли. Пропускаем 3 петли и в 4 столбик без накида. Теперь 5 петель. Пропускаем 3 петли, 4 столбик без накида, снова 4 петли, и 5 петель. Я довязываю этот ряд не до конца. Всего провязали 21 арку, и здесь у нас остается 11 петель. Дальше поворачиваем вязание и соединительными петлями доходим до серединки арки. Просто делаем соединительные петельки в арку. Дальше одна петелька и столбик без накида. И в следующую арку провязываем 9 столбиков с одним накидом. Дальше делаем столбик без накида в следующую арку. Получается, в маленькие арки, в которые 4 воздушные петли, мы вяжем столбик без накида, а в большие, в которые 5, вяжем 9 столбиков с одним накидом. Последнюю арку провязали столбик без накида, теперь 3 воздушные петли, переворачиваем. Накид. И делаем столбик с накидом во второй справа столбик. Вот первый столбик, который мы провязывали в арку. И второй столбик, в него делаем столбик с накидом. Одну петлю. Столбик с накидом.
1 петля, столбик, петелька, столбик, петелька, столбик, и провязываем столбики с накидом во все столбики предыдущего ряда, между ними 1 петля. Крайний столбик, вот этот, не провязываем. Вот он остался недовязанный. Дальше делаем накид и вводим крючок во второй столбик. Провязываем столбики с воздушными петлями. Последний столбик не провязываем. И снова вяжем столбики с накидом, начиная со второго столбика и заканчивая предпоследним столбиком. Между ними вяжем по одной воздушной петле. Дальше делаем столбик с накидом в этот столбик, там, где мы вязали столбик без накида. Одна петелька, переворачиваем. И делаем столбик с накидом во вторую арку. То есть вот первая арка, вот вторая. У нее столбик без накида. 3 петли. И столбик в следующую арку. 3 петли. И столбик. 3 петли. Столбик. 5 штучек вот таких вот по 3 петли. Дальше делаем столбик без накида через одну арку. И снова 3 петельки и столбик без накида. И их должно быть 5 штучек. 2, 3, 4, 5. Так провязываем до конца ряда. Довязали ряд, дальше вяжем 2 петельки, переворачиваем, делаем соединительную петельку в первую арку. 3 петли, столбик без накида в следующую арку. 5 петель. Пропускаем одну арку и в следующую делаем столбик без накида. 4 петли. Пропускаем 2 арки и в третью столбик без накида. Снова 5 петель. Пропускаем одну арку и в следующую столбик без накида. 4 петли. Пропускаем 2 арки в третью столбик без накида. То есть мы повторяем самый первый ряд, когда вязали воздушные петли. Связали 5 петель и столбик без накида. Дальше 2 петли, и у нас остается 1 ячейка. В нее провязываем соединительную петлю и столбик с одним накидом в предыдущий ряд. Дальше переворачиваем вязание, и вот первая ячейка, в нее делаем соединительную петельку. И сюда вяжем 9 столбиков с одним накидом.
И в следующую арку столбик без накида. Повторяем вот этот ряд. В следующую петлю снова 9 столбиков и в эту столбик без накида. Вот эти вот три ряда должны провязать еще 3 раза. Я провязала вот таких вот 2 элемента и еще вяжем 2 точно таких же. Вот как у меня получилось. Довязала последний ряд и теперь вяжем ряд столбиков без накида. Здесь вяжем по столбику без накида в каждую петельку. Дальше делаем 3 петли на подъем и провязываем в каждую петлю по одному столбику с накидом до конца ряда. В этот ряд будем втягивать ленточку. А сейчас будем вязать ряд вот здесь вот. Для этого находим место, там где мы начинали вязать. Вот первая арка. И вводим крючок примерно в то же самое место. Вытягиваем нить. Делаем одну петельку. И в ту же петлю столбик без накида. И провязываем точно такой же ряд, как вязали вот здесь, ряд воздушных петель. 4 и 5 петель чередуются. Вяжем 4 петли. И столбик без накида в петлю, там где мы вязали столбик. Теперь 5 петель. И вот следующий столбик, сюда делаем столбик без накида. 4 петли. И так провязываем вот до этого места. Затем провязываем вот эти вот 3 ряда и обрезаем нить. Вот как у меня получилось. Обрезаемся ниточки, заправляем их и втягиваем вот сюда ленточку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!